Специалисты Московского физико-технического института обследовали место расположения будущей международной арктической станции «Снежинка». Ученые провели предварительную геодезическую съемку площадки станции и прилегающей территории. Определили границы размещения главного комплекса и основных объектов инженерной инфраструктуры – ветропарка, солнечной электростанции и ресиверного водородного парка. Международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива РАИС. По мнению экспертов, местоположение Снежинки вблизи природного парка Полярно-Уральский с живописными арктическими ландшафтами и разнообразным природным комплексом имеет значимую экологическую и эстетическую ценность. Новая станция позволит протестировать экологически чистые технологии, которые будут востребованы в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ямал является территорией, где идет добыча газа, углеводородов. И мы все прекрасно понимаем, что такая территория, которая значительный вклад несет в валово-экономическую составляющую Российской Федерации, и то, что добывается на нашей территории, вот это как раз и есть альтернатива всем нашим технологиям, которые созданы для того, чтобы брать из недр земли полезные ископаемые. На сегодняшний день мы ставим научную станцию арктическую на территории, которая будет являться неким таким индикатором, где будут проходить апробация научных различных работ, научного оборудования для использования уже и в промышленности, и в гражданском деле.